Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый букс. Возможно, он, друзья, и не новый, но для меня он новый, так как я начала только на нем зарабатывать. Где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать криптомонету Dogecoin. Называется Dogepool. Ну, вот, перейдя по ссылочке, кого заинтересует, попадете на такую вот страничку. Здесь экран и серфинг. Как бы минималка набирается быстро. Значит, регистрация. Кликайте. Регистр. Ну, вот идет такая проверка у меня. Значит, вводите email, username, пароль, повтор пароля, ставите галочку, разгадываете капчу. Зарегистрироваться. Я же уже зарегистрирован. Вход по имейлу и паролю. Разгадываете капчу. Кликаете логин. И попадаем вот на домашнюю страничку. Значит, друзья, здесь смотрите. Минимум на вывод 1000 коинов. Я вчера проверила его на вывод уже. Набрала. Минималка набирается очень быстро. Ну, естественно, баланс у меня по нулям. Значит, давайте сразу покажу вывод. Вот я вчера выводила поздно вечером Dogepool. И вот у меня такое количество Dogecoin. Видим. 3 октября. Я думала, вывод будет вручную, потому думаю, поставлю с вечера и думаю, к утру уже должны, по сути, были бы и прийти. Но они платят инстантом, мгновенно, на Faucet Pay. Значит, смотрите теперь, два вида заработка. Есть кран и афер вау. Значит, можно здесь, можно вот здесь. Наводим вверху, да, есть кран и афер вау. На кране нам дают за один клейм 30 коинов. Согласитесь, это неплохо. Мне перебросит, так как это кран. Здесь все просто. Видим такая капча. Выбираем перевертыш и разгадываем капчу. И на синенькую вкладочку вот на эту кликаем. 30 монет не засчиталось. Через 5 минут я опять могу зайти и собрать криптомонеты. Далее второй вывод. Заработок на фервал. Смотрите, вот здесь. Есть здесь, значит, что у нас? 6 видов заработка. Если хотите, тут задание, зарабатывайте. Я зарабатываю на этот крайний Monlix. И афер 4 вал. Видим здесь ПТС. Значит, кликаем на этот, где ПТС. Ждем, когда загрузится страничка. И вот здесь нам дается как бы серфинг. Обычно его больше. Один у меня просмотрен. Значит, смотрите, вот здесь у меня, не помню, не вижу, вернее. А вот здесь вот 32 коина. Вот оно. Здесь плюс 25 коинов. Ну, кликаем, нас перебрасывает на страничку. Идет такая большая шкала. Ждем, когда она загрузится. Видим, да, все это быстро. Все, зачет. Стало бледный. Следующая. Опять ждем, пока загрузится вот эта шкала. Ни капчи нет, ничего здесь. Все. Опять зачет. Все. Далее опять клику. Отвервал. Это первый вид серфинга. И второй вид серфинга вот здесь. Вот это тоже крайне видим, да? Вот она ПТС. И здесь ПТС я вам показала. Кликаем. Пока загрузится.
У нас рекламка, опускаемся чуть ниже. И вот здесь, смотрите, уже тоже 20 коинов. Ну и далее по 10 коинов идут вот. 10 коинов. Как я сказала, минималку можно быстро набрать. Ну что, ну давайте просмотрим. Кликаем, нас перебрасывают на страничку. Здесь также. Пожалуйста, подождите. Ждем. И загружается шкала. Также будем выбирать уже перевертыш. Здесь вот разное видим, да? Вот перевернутая буква А. Здесь бывают картинки, циферки, буковки. Ну, вот такая вот капча. Все, зачет. 10 монет засчиталось. Вот этих коинов. Ну, в принципе, и все. Далее. Сюда, если кликнем дашборд. Вкладочка вывод. Есть Faucet Pay и на прямой кошелек. На Faucet Pay вот у меня сейчас стало 97.60 вот этих коинов. Минимум на вывод от 1000 вот этих коинов. Адрес электронный сюда прописываем, не кошелек, email адрес. И здесь уже будет стоять сумма по умолчанию. И здесь отображаться монеты в Dogecoin'ах. Это коины, это Dogecoin. Кликаем вывод, монеты идут инстантом на Faucet Pay. Здесь история. Будет, даже сюда не заходила. История вывода. Вот моя история. 1094 монетки. Так, далее. Вкладочка рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Так, ну здесь изменить пароль. Вы заработок я вам показала. Здесь я сюда не захожу. Здесь больше я везде никуда не захожу. Я вот только зарабатываю на кране и просматриваю серфинг. Кликаю домашняя страничка. Ну, в принципе, и все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Но не интересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока!